Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сейчас у нас вторая часть обзора буклетиков каталогов Avon номер 16. Сейчас полистаем с вами каталог, обсудим самые яркие, красочные, лучшие предложения и скидки именно этого каталога. Жидкая матовая губная помада Metallic 299 рублей будет стоить. Я не очень люблю металлик на губах, хоть это и тренд, но не буду брать. Наборчики лак, у меня есть тоже такая водичка желтенькая, тоже очень-очень нравится. Не приторная, но со сладкими нотками, 799 рублей. Она будет стоить вместе с лосьоном для тела, супер. И такая же цена на лак для него, на наборчик. В 16-м каталоге у нас будет приз-сюрприз. Если мы закажем на 1000 рублей с определенных страниц, и приз-сюрприз у нас... Возможные призы написаны, представлены, какие попадутся. Вот. Ну, конечно, хотелось бы какие-то определенные, но что придет, то придет. Смотрите, Faraway Gold, либо одна масочка как-то для губ, это не очень, но, возможно, она будет с чем-то. Код для приза-сюрприза, девчонки, вот он. 20891. Любое средство за 149 рублей. И здесь малышки, я вообще никогда так дешево не видела, 149. 179, по-моему, самая дешевая цена на них. И гели для душа у нас, лосьоны для тела здесь представлены. Мужские и женские. А в малышках хорошая такая подборочка. Incandescent, Persif, Pure Blanc, Faraway, Little Black Dress. Можно на тестирование взять любой аромат по такой вот интересной цене. Здесь 9 мл, кстати, в малышках. А, ну поэтому и 149, потому что 9 мл. Они у нас шариковые. Любимые мои карандаши Avon True, смотрите, за 139 рублей. Дешевле я их тоже не видела. У меня есть аж 3 штуки, довольно ими невозможно. И даже карандаши для бровей можно тоже будет купить за 139 рублей. Такой цены еще на них не было. В линейке Avon True Nutri Effect хорошие скидочки. Здесь пенка для умывания, очищение она называется, зелененькая, 139 рублей. Очень советую обладательницам жирной комбинированной кожи. Мне зашла эта пенка невероятно. Я рада, что ее попробовала. Она действительно матирует, хорошо очищает, регулирует деятельность сальных желез. Поэтому тем, у кого она излишняя, советую очень присмотреться. Новинка. Гламурная дива. Faraway Glamour. Интересный аромат, девчонки. Я чувствую нотки классического Faraway с какой-то восточной ноткой. Красивый аромат, очень красивый. Я бы вот даже, возможно, с удовольствием приобрела, если бы вот не такой явный запах классического Faraway. А так очень интересно, кто любит этот аромат, будет он стоить 749 рублей. Еще одна новинка, Imari Corset, правильно, если я называю, будет стоить 469 рублей. Набор. Это у нас водичка 50 мл, лосьон для тела. Девчонки, тут написано, что это масло какао, сандаловое дерево, ноты кожи. Для меня это черная смородина с легкими нотами кожи, вот честно. Но очень интересный аромат. Но я явно чувствую прям вот черную смородину. Малышки ароматы за 200 рублей при покупке двух и за 175 при покупке трех. Тоже очень удачная подборочка. Today Always, Luck Luck, Illuminate, Traction Rush, Traction классический, Traction Sensation и Life Color. Очень удачные малышки для знакомства с ароматами. Интересные наборчики нам в этом каталоге предлагает компания. Мы можем взять три матовых помадки, которые представлены у нас на страничке, да, за 699 рублей. Я не знаю, мне вот из этих только вот этот оттенок нравится. Я бы вот из этих двух не стала брать этот набор, а так, в принципе, нормально. И набор. Гелевый карандаш для глаз точность цвета и тушь для ресниц. Объем накладных ресниц или запредельная длина. Можно будет взять за 459 рублей карандашик и тушь. Мне кажется, что по распродаже можно взять дешевле, чем нам предлагают вот цену за этот набор. Еще одна новинка каталога – это тушь для бровей. Продукт интересный. У меня есть подобный, только от другого производителя. Вот так она выглядит, да? Мы расчесываем наши брови и одновременно их прокрашиваем. Будет представлено 5 оттенков, то есть даже пепельный блонд. Смотрите, какой светленький, интересный. Может подобрать себе любая. Здесь у нас без скидки в этом каталоге 499 рублей. Мне кажется, это дороговато. Подождем, пока будут скидочки. Новые кисточки нам выпускает компания в праздничном таком красивом оформлении. Смотрите,
ярко, красиво, лишь бы они были и по функционалу такие же потрясающие. Кисть для теней 120 рублей, это дешево. Я не пробовала, девчонки, кисти Avon, меня пока полностью устраивает Faberlic, и мне кажется, я видела отзывы на эвенские кисти, что они плохо набиты. Если они у вас есть, расскажите, пожалуйста, если есть с чем сравнить, потому что Faberlic набиты туго, они очень мягкие и волоски не лезут. Так ли это в Эвене? Будет шок цена на маску для ногтей. Вот такую вот. Смело могу вам ее советовать именно для восстановления ногтей. Я сняла свой гель-лак и хочу, чтобы немножко мои ногти здоровые отросли. И восстанавливаю сейчас именно вот этим вот средством. 119 рублей оно будет стоить. Наносишь, и действительно и кутикула, и ногти прям вот, ну, напитываются. Мне нравится на самом деле эффект. Мне от любого другого крема такого нет. Красивые лаки в линейке Люкс. Я не пользуюсь обычными лаками, но знаю, что есть у этих товаров много поклонников, красивые праздничные оттенки, 309 рублей они будут стоить. Мне прям вот нравятся все три. Я так понимаю, они будут у нас с шиммером. Очень красивые оттенки. Хорошие цены на наборчики Avon True Nutra Effect. Можно приобрести будет за 289 рублей сыворотку легкое масло для лица и мицеллярную воду с маслами за 50 мл. Очищающий гель для лица и увлажняющий крем с тональным эффектом за 289 рублей. И за 349 мицеллярную воду, увлажняющий дневной крем для лица, активное увлажнение. Мне ни один из этих наборов не подходит. Мне нужно что-то матирующее. Я пропускаю. Мне кажется, вот эти средства для сухой больше кожи подходят. Новинка от Avon New Clinical. Спрессованная сыворотка для лица, шеи и области декольте. Очень интересно, что значит спрессованная. И будет она у нас стоить 630 рублей. 99% женщин подтвердили, что их кожа стала более упругой. 99%. Проникает в глубокие слои кожи, стимулирует выработку коллагена, эластина и фибронектина. Вот оно как. Ну, посмотрим. Посмотрим отзывы. Может быть, и приобрету. Любой крем дневной у нас получается, либо ночной из линейки Nutra Effect будет стоить 200 рублей. То есть комплект можно будет взять за 400. Нормальная скидка. Здесь есть серия матирующая, которую я давно хочу попробовать. Вот это вот. Поэтому, наверное, буду брать. Как раз к этому времени подобью свой уход. Снова маска у нас для чувствительной кожи лица. Ромашка и мак будет по 59 рублей. Наверное, компания распродает запасы, что ли. Я вам в прошлом видео рассказывала уже о ней. Если не видели, ссылочку оставлю. Проходите, посмотрите. Питательные маски для лица. Зеленый чай, алоэ, хлопок по 20 рублей. Это не тканевые, а вот просто такие сашеточки. Интересно. Я не пробовала. Возможно, возьму. И палетка теней взрыв цвета от Марк. Эти цвета мне не подходят, это серые цвета. 299 рублей минус скидка консультанта. Хорошая очень цена. Рассыпчатые тени пигмент для век будут всего 149 рублей. Я вам тоже показывала их в прошлом видео. У нас был искрящийся розовый. Вот такой вот тон. Я вам показывала, сводчик делала. Проходите, смотрите. Красивые кремушки для рук за 69 рублей в объеме 30 мл. Смотрите, какая прелесть. Так вот, на подарочек, да? Это у нас восстановление, увлажнение и забота. Глицерин, йогурт и кокосик. Красивенько, на подарочек. Восстановление кожи с маслом кокоса. Вот эта линейка, будет ли она в наличии, неизвестно. Слышала я что-то, что может ее даже не выпустят. Крем для лица, крем для тела, крем для рук. Все с кокосиком. Мне очень нравится сейчас аромат на холодное время с кокосом от уходовых средств. Если будет, я обязательно возьму какую-нибудь баночку. Цены бюджетные. 215 рублей 400 мл. По таким же абсолютно ценам интенсивный уход. Тоже крем для лица, для тела и для рук. 400 мл и для лица, и для тела. Любой набор за 239 рублей. Это у нас линейка СПА. Я обязательно закажу себе масочку-пленку, где вот у меня сейчас есть вот такая вот серенькая с минералами Мертвого моря очищения, глиняная, она классная. Так, вторая у нас здесь райское увлажнение с маслом оливы, не пробовала. А вот это у меня недавно закончилась маска-пленка с икрой. И я хочу ее еще, она мне очень понравилась. И здесь у нас в
комплекте с ней идет крем для рук с экстрактом черной икры, роскошное обновление. И четвертый набор «Сияние Востока» с экстрактом белого чая, тонизирующая. Она у нас будет в комплекте с очищающим средством для лица. Вот, 239 рублей за масочку и кремушек для рук, в принципе, нормально. 239 рублей для этого набора ненормально, девчонки, потому что дошла до страницы с масками, любая будет за 115. За 239 я могу взять две маски, еще останется на крем для рук отдельно. Поэтому я, конечно же, воспользуюсь этой акцией и выберу опять себе какие-нибудь масочки. 115 рублей, дешевле я их не видела. Классная цена. У меня есть вот такая вот увлажняющая с экстрактом асаи. Она классная, она восхитительно пахнет, она вот супер. Глубокое очищение с минералами Мертвого моря, тоже классная, поры затирает. И... А это не глубокое очищение, да, превосходное. Вот, девчонки, вот это у меня есть превосходное. Глубокая, она у нас с углем идет. И была маска-пленка. Хочу маску-пленку вот повторить. Редко какую маску хочу повторить, эту, да. Пенки для ванны в таком интересном новогоднем дизайне на подарочек. Вот любую можно взять за 109 рублей. Я помню, в этом каталоге, в 15-м, они по 150 рублей в онлайн-распродаже обе. А здесь каждая за 109. Лимитированная коллекция, веселая слива. Мне кажется, будет очень вкусненько пахнуть. Я хочу такую пеночку приобрести. Еще одна лимитированная коллекция, это у нас... ликующее зимнее яблоко и ванильный сахар. Ну, мне кажется, ароматы, как всегда, в Avon будут классные. Яблочко можно понюхать в каталоге. Ой, класс! Вот супер! Яблоко-корица. Ликующее, знаете, это корица. Яблоко с корицей. Я этот аромат обожаю просто. Специальная цена при покупке двух средств будет. Гель для душа за 89 рублей. 250 миллилитров, 500 миллилитров гель для душа 139 и жидкое мыло 119. Я обязательно возьму большой гель для душа, этот аромат я обожаю, девчонки. У кого есть каталог, понюхайте, потому что это, в принципе, на любителя. Набор за 499 рублей меня не впечатлил, может быть, кому-то понравится, я брать не буду. Я обязательно протестирую какой-нибудь спрей для тела за 129 рублей. Девчонки мне нахваливали, что они очень долго сохраняют аромат на теле. Здесь будет новиночка, лосьон феи, сияющие феи сахарной сливы. И я вижу, что здесь нарисована тоже корица. Вот его-то я, скорее всего, новенький и возьму. Можно понюхать на страницах каталога. И он классный. Он действительно пахнет сливой, сладенькой. Корица слегка-слегка, почти неуловима. Кто не любит корицу, она здесь не чувствуется. А вот сахарная слива, да, классный аромат. Вот действительно, есть легкая сливовая кислиночка вообще. Вот, в принципе, и все, мои хорошие, что хотела с вами обсудить. Пишите, пожалуйста, комментарии, делитесь своими отзывами, что именно вы хотите купить по 16-му каталогу. Может быть, я что-то интересное пропустила. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока!